Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с приклеиванием поверхностей, так называемый проводной горячий клеевой пистолет. Ну и с клеевыми палочками, тут 20 штук. В данном случае представлен розовый вариант. Есть еще зеленый, по-моему, и синий. Каждый выбирает на вкус и цвет. По-моему, розовый самый дешевый был, поэтому я его взял. Хотя по характеристикам все одно и то же. Так, пришло это все при помощи Казани Экспресс в течение недели-двух или в промежутке это. Ну и пришло вот в таком состоянии. Давайте посмотрим, что находится внутри. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Данные упаковки. Так, ну и что представляет упаковка? Вот у нас упаковка. Основные характеристики представлены. Изготовителя фирмы Valley Max. И вот основные характеристики тоже. Снизу, сверху ничего нет. И внутри у нас представлены сами палочки клеевой основы, 20 штук. Такого вида они. Можно их докупить. Дальше сам пистолет клеевой. Вот в таком виде. Здесь для того, чтобы держать, устанавливать. Так, и подключается розетка, и включается. Там палочку установить так, и таким образом у нас происходит склеивание. Да, вытаскивать уже, когда вы будете клеить, уже нельзя. До момента, когда у вас все выйдет. Ну и ставится следующая палочка, и так до конца. Здесь будет оставаться внутри у вас сама клеевая основа. Дальше здесь у нас находятся бумажки. Первое, что это у нас, спасибо, то, что вы с нами. Дальше показаны инструменты, какими они обладают. Или кто-то из них. И документация. На нескольких языках. Вот вижу, английский есть. Русский есть. Такая кратенькая инструкция. И еще один язык. По-моему, испанский или французский. Давайте их спрячем. И вот в таком состоянии у нас приходит. Сейчас давайте подготовим какую-то основу и посмотрим, как функционирует данный клеевой пистолет. Так, приступаем. Мы тут подготовили некоторую обстановку. Вот у нас сам пистолет, так называемый, с горячим клеем. Сейчас мы его включим и посмотрим, как он функционирует или нет. Функционирует или нет. Вот видим, у нас загорелась красная кнопка. Здесь надо немножко подогреть для того, чтобы у вас пластик стал плавиться. Так, а для чего я его взял? Все помним вот такой чехол, который был для планшета Philips. Так вот, я нашел чехол похожий для планшета другого. All the Cube. Вот. Единственное отличие, размеры совпадают. Сейчас мы это увидим. Все у нас поместилось, но дырки для соответствующих мест, а именно для USB зарядки, качельки громкости, включения и 3,5 мм джек, ну и также микрофончики, здесь не было. Ну и берем, соответственно, скальпель и аккуратненько вырезаем эти дырочки. Но зато эти дырочки были с другой стороны, как раз для данного планшета, который предназначен этот чехол. Ну и благодаря вот этому пистолету все дырочки были заклеены. Ну так, бросается в глаза, но не особо. Плюс еще здесь также круглое отверстие было под камеру. Ну а здесь тоже при помощи, соответственно, скальпеля и данного пистолета мы сделали подходящее отверстие для данной камеры планшета Philips. И все прекрасно функционирует. Можно устанавливать различными способами. Потому что оригинальных
вариантов нету, и надо было искать только универсальные варианты, которые, увы, мне не подходили там по особым причинам. Ну вот я нашел вариант, и как один из моментов вышел из положения. Ну и вот у нас уже начинается разогреваться. Давайте возьмем бумажку и нажимаем, мы выдавливаем клей. Никакой желтизны нету, бумага у нас белая. И приклеим соответствующие части. Я, ладно, выключу. Какие вам нужно? Там бумагу, либо стразы какие-то, ну, либо вариант различных компонентов, там дерево и тому подобное, но с определенными условиями, которые вы видели, когда шла демонстрация непосредственно при презентации данного горячего клея при помощи данного пистолета. Вот такой вот пистолет с горячим клеем. Я вам продемонстрировал проводной горячий клеевой пистолет с клеевыми палочками, который предназначен для склеивания различных поверхностей. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о проводном горячем клеевом пистолете с клеевыми палочками представил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.